Заявление. Падение курса доллара в течение последних недель и регистрируемое укрепление армянского драма – серьезнейшая угроза национальной безопасности. Происходящее является со стороны колониальной метрополии России, эксплуатацией страны и созданием собственных экономических спасательных кругов за счет экономики ее колонии Армении и денежных средств армянского народа. Согласно прогнозам, в ближайшее время драм еще больше окрепнет, а доллар зафиксирует еще большее падение. Это означает, что и без того почти отсутствующая армянская продукция становится практически неконкурентоспособной, а покупательская способность граждан беспрецедентно уменьшается. Также обесцениваются иностранные денежные переводы, отправляемые из Запада в Армению своим семьям, которые являются единственной гарантией финансового существования тысяч семей. Москва это делает, чтобы привязать армянский драм к уже совершенно ничего не стоящему и за пределами России полностью бесполезному российскому рублю, а из-за Армении полностью вывозят уже дешевые доллары для обслуживания своих зарубежных операций. Помимо этого, по логике врага-колонизатора, в результате складывающейся ситуации неустойчивая экономическая ситуация в Армении сделает страну и народ более управляемыми и договороспособными для ожидающегося в ближайшее время российско-турецкого экономического поглощения. Таким образом, Армения подвергается классическому и жесточайшему колониальному гнету, а также экономической атаке. Эта чудовищная экономическая военная операция против Армении еще больше поставит на колени рядового гражданина Армении, малый и средний бизнес и честного, работающего в поте лица, фермера. Национальный демократический полюс еще раз призывает армянский народ проснуться и предотвратить нарастающую на этот раз экономическую катастрофу. Пассивность и фатализм не остановят внешний и внутренний грабеж страны и, как следствие, сдачу врагу, которая осуществляется в Армении внешним врагом-колонизатором посредством своего режима. Укрепление драма и обесценивание доллара – это часть программы быстрого уничтожения остатков государства Армения и армянского народа. Эти действия и планы должны получить резкий отклик армянского народа. Совет Национального демократического полюса, 10 июня 2022 года, Ереван. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.